Спорт день за днем представляет проект «Территория спорта день за днем». Санкт-Петербург – северная столица российского спорта. В каждом районе города есть площадки и арены, которые способны удивить. Мы расскажем, где можно полноценно тренироваться, не отходя далеко от дома и от места вашей работы. Петербург – один из главных российских университетских городов, поэтому студенческий спорт всегда был актуален в городе. А сейчас это, пожалуй, самое перспективное направление в отечественной системе. Можно быть студентом и самому заниматься, а можно следить за соревнованиями как зритель в течение сезона. Например, НГУ имени Лесгофта в течение года проводит серию турниров «Лесгофтовские старты. Стань чемпионом» на разных аренах и в самых разных видах. Гимнастика, фехтование и даже акробатический рок-н-ролл в университетском манеже. Не только для самих студентов и их тренеров, но и для зрителей. Скажем, на выступление по рок-н-роллу пришло около 120 человек, а среди почетных гостей была олимпийская чемпионка Анастасия Максимова, знаменитая гимнастка-художница. Очередным этапом этой серии стало открытое первенство НГУ по спортивной борьбе, которое состоялось 12 ноября на площадке учебно-тренировочного центра «Кавголово». Мы уже несколько раз посещали «Кавголово» для наших видеосюжетов, но борцов там еще ни разу не заставали. Между тем, залы комплекса под Токсово подходят и для этого олимпийского вида спорта. Настоящих трибун в самих залах нет, но под сотню зрителей разместить всегда можно. Тем более, что даже в середине ноября лыжники упорно утюжат петербургские трассы на роллерах, так что жизнь на базе кипит. Открытое первенство НГУ включало и текучую вольную, и резкую греко-римскую борьбу. Все борцы в одном зале, далеко ходить не надо. Сейчас больше говорят о самбо и кикбоксинге, ведь мастера этих видов часто становятся суперзвездами ММА, потом собирая миллиарды просмотров в соцсетях. Но старые добрые стили борьбы сохраняют своих поклонников. Все-таки именно классический борцовский ковер сразу ассоциируется с олимпиадами, медалями и коллекцией кубков на целую стену. А студенческие старты – это всегда открытая борьба и атакующий стиль. Здесь нет зажатости и прагматизма ради победы любой ценой, которые часто портят бои столетия и репутации чемпионов. Ректор НГУ Сергей Петров на открытии заявил, что этот турнир стал хорошим началом для развития такого рода соревнований, которые в дальнейшем будут привлекать больше и больше борцов. Поблагодарил за организацию мероприятия и пожелал красивой борьбы и достойных побед. Хотя в борьбе всегда побеждает один, проиграть тоже можно достойно. На открытии турнира выступили студентки университета Лесгофта с гимнастическим номером. Художницы в борцовском образе – это эффектное сочетание. Кстати, в греко-римской борьбе сборная Санкт-Петербурга уже 3 года подряд занимает первое общекомандное место на чемпионатах России. Доминированием это не назовешь, география там самая широкая. Есть чемпионы с Алтая, из Мордовии, Владимирской области, Сибири, а откуда угодно. Выиграть 2 золота за турнир, как это сделали петербуржцы в феврале нынешнего года – это уже огромный успех. Ведь уровень чемпионата России немногим уступает чемпионату мира, а по среднему уровню всех участников, может, и превосходит. А вот в вольной мужской борьбе петербуржцам еще прибавлять и прибавлять. Здесь у нас полное превосходство парней из Дагестана над всем остальным миром на протяжении последних лет. Студенческий спорт, как сочетание массовости и организованности, очень помогает развитию чемпионов. We'll be right back.